Ну что, приветствую вас вновь в нашем солнечном Волгограде. Несмотря на то, что зима, мы встретились с Тимуром второй раз и будем сегодня делать разогревающий боди-блейд-массаж всего тела, который направлен на миофасциальное расслабление всего нашего мышечного каркаса. Поэтому сегодня без травм, без всякой жести, просто приятно пройдемся и, так скажем, запустим этот новый год массажный. А вы смотрите, комментируйте. Мы начнем нашу работу с ног. Будем работать тремя блейдами. У каждого из блейда своя направленность. В общем, сегодня Тимуру сделаю, он потом поделится, как ему. Мы начнем. Будем работать по маслу. Никаких болезненных ощущений у нас быть не должно в этом процессе. Будет только приятно и хорошо. Начнем с легких таких разогревающих движений. Тимур, если там по силе, по нажатию будет где-то дискомфортно, то, пожалуйста, сразу говори. Мышцы, кстати, расслабленные, мягкие, такие приятные. Видим, как кровь начинает проливать к мышцам уже. Ткань розовая. Видишь, порозовеет? Да, это говорит о том, что нам пора переходить к блейдам, когда уже кровь прилилась. Да. Ты видишь, что порозовела нога? Да. Знаешь, не порозовела, я ее на монтаже покрашу потом. Блейды можно даже самые мелкие-мелкие участки прорабатывать.
Одна ножка готова. Сейчас мы пойдем работать с левой ногой. У нас более спазмированная мышца, поэтому так
Похоже, подвижность сустава стала лучше у нас. Проработали. Так, сейчас будем к спинке потихонечку переходить. Спина у нас сегодня красивая, без следов экзекуции предыдущих. Это наша задача – разогреть и глубоко проработать. Легким движением руки спина у нас начинает крепить. Всегда все мое основное напряжение в шее, особенно в поездках, подушки отельские. Вот плейбинг, кстати, проводишь, то вообще там как бы не чувствуется ничего. Потом смотришь, и след остается. Да.
Блейд вообще очень классный инструмент, потому что при достаточно мягком воздействии он имеет очень такую существенную глубину, так скажем, вот именно миофасциального этого проникновения. Потому что, ну, руками так, конечно, тоже можно сделать, но так как у нас кости, к сожалению, не из металлического сплава. Вот да, там движение очень мягкое достаточно. Смотришь на след потом, как будто, не знаю, тебе асфальт уплачешь. Да, да, да. Я сейчас практически все программы, неважно, оздоровительного массажа, антицеллюлитного массажа, сочетаю с блейд-программами, потому что мягкое, по ощущениям клиентов, воздействие, но при этом очень хороший результат, что не надо никого убивать для того, чтобы глубоко проработать. Не больно тебе? Нет. Это чудесно. Если второй блейд добавить, будет как массаж от Кибра. При этом вот мы видим, что Тимуру вообще не больно, но мы видим, что у него на спине. Красивый, красивый рисунок. Сейчас мы его выровняем с помощью ручного массажа, чтобы было равномерно красное. Без полос. И будем переходить к правой части спины. Даже можно посмотреть, как глубоко блейд проходит, как пальцы пройти не смогут под лопаточной костью. Видим разницу между отработанной частью спины, и пока что еще нет. Сейчас пойдем на правую сторону.
спина там супер красная. Ну, розовая, хорошо такая. Да. Да, я тоже руками чувствую. Причем, если вот измерить сейчас локально температуру тела в участках, где мы работаем, особенно интенсивно, она будет выше 37 градусов. Именно поэтому я всегда рекомендую, когда интенсивные виды массажа, они просто расслабляющие, час не делать, потому что организм у нас перегревается. Если вдруг были какие-то воспалительные процессы, которые могли бы не стартовать, так скажем, то они обязательно стартуют. Поэтому 30-40 минут такого массажа более чем достаточно, чтобы не перегружать организм. Ну, спинку мы отработали. Я сейчас Тимуру предложу перевернуться на спину, чтобы мы могли шею проработать. Так. Тоже такая приятная часть уже массажа, расслабляющая.
Основная часть у нас закончена. Мы сейчас как раз сядем и еще шейно-воротниковую зону попрорабатываем. Как у тебя ощущения? Сидя, мне кажется, шея даже лучше проминается как-то. Ну, тут, знаешь, смотря с какой стороны посмотреть. То есть мышца все равно в физиологически другом положении находится. То есть она растягивается, удлиняется, и получается, что ее сложнее взять. Трапеция. А вот, может, мне поэтому больше нравится, что я не сам вот так тянуть могу, и как она и тянется, и лучше мнется, что ли. Прогладим как раз. Еще больше удлиним. А, тут щекотно стало. Щекотно? Лежа не было. Давно, кстати, свой телеграм не упоминал. Подписывайтесь, кому интересно. Тут тоже щекотно. Да, у меня мурашки. Почему-то сидит. И вот почему-то вот в этом месте. А раз мурашки, значит приятно. Да, может там какая-то особо забитая точка. Красивая, красная. Тоже внимание уделили.
Мы закончили. Все, отлично получилось, как мне кажется. Глубоко, интенсивно, но не больно. Самое лучшее сочетание. Блейды, их вот по ощущениям никак не оценить, просто они, ну, не больно никак. То есть они больше на эффективность, да? На глубину. Да, да. А массаж отличный. Я вам очень рада, ребят. Приезжайте еще, с большим удовольствием вас приму. Теперь уже, наверное, летом. Ставьте лайки.